Пархоменко. Заброс вперед. Гвет вырывается к воротам. Гвет! 1-0. Вот это да, так неожиданно. Мяч попал к нападающему гродненского Немана. И Гвет делает свою работу просто блестяще. Выход 1-1 реализован. Ну и Харитонов сам не понял, а как в довольно простом эпизоде позволили Гвету прорваться к воротам. Ну, Игорь Ковалевич даже не радуется так, пока оказался немного в расфокусе, но ничего. Давайте смотреть. Заброс из глубины и просто опоздал Егоров, не успел. Наумов, Пархоменко, просто браво, как выверенно сыграл Егоров, пропустил, Гвет все решил.